Все покупают масло, готовятся к Пасхе. Масло сейчас подорожало. И на рынках, на лотках продают масло с большой скидкой. Вот чтобы удостовериться в качестве масла, можно провести вот такой тест. Берем немножко масла, добавляем горячую воду, растворяется масло, размешиваем. Если помутнело, вверху нет никакого осадка и хлопья, значит масло хорошее. Самый лучший тест – это попробовать на вкус. Оно вкусно. Оно... И запах у него масла, и вкус масла. На сковородочку немножечко масла положите. Ореховый будет запах. Ореховый, а не маргариновый. Очередная партия пива разлита. Хотя партией ее назвать сложно. Партеечка небольшая для себя. Разливаю в бутылки. Стекло. Больше мне понравилось в стекле, чем пластиковых бутылках. Хорошо, когда много сусла, можно ставить эксперименты. Вот в этот раз сделал часть со специями пива, часть с травами. Эксперимент будет. А это вискарик. Три варианта. Три разного виски доморощенного. Надо будет попробовать, не пора ли сливать. Ох, хорошо открылся. Просто замечательно открылся. Смотрим, как нальется. Абсолютно холодный. И пенится все равно. Пена мелкая. У лагеря всегда хорошая пена. Вредители тут как тут. На колени тля. Вот этот жучок сожрал все почки. И вот еще один. Надо опрыскивать. Дерево бонсай. Первый раз обрезал все деревья, как хотел. Приблизительно все деревья в одном стиле обрезаны. Антоновка. И на нее привилось две грушки. Вот он побег. И вот здесь вот вторая. Вот место прививки. Будет, Бог даст, если все хорошо сложится, никто ее не сожрет, не заболеет. Антоновка. Вот это молодой побег антоновки, а это груша. Грушка распускается. Соседский абрикос цветет. Черешня. Прививка на сливу. Прививка на дикую грушу, культурной груши. Пока вроде зеленая. Посмотрим, что дальше будет. Прошлогодняя прививка. Антоновка. Вот почки есть. В этом году много делал прививок. Посмотрим, что выживет из того, что прививал. Открылась. Трипель. Бельгийские дрожжи. Красавцы.